Ты жалобу на меня накатал. Эй, алло, кумалинга. Походу он не мой. А, у него 9 жалоб. Ну, на ютубе я 6 увидел. 5800 там было. Последний раз. Ну, у чувака, блядь, нету личной жизни, блядь. Охуярит здесь, блядь. Или тебя, а блядь. Просто. А в чем ну, прикол? Да какой хуй, смысл? Да может его, блядь, в реале чмурят нахуй. Он, блядь, здесь отыгрывает. Почему может быть? Если вот так вот человек поступает, то это не может быть, он так и есть.